Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Погнали! Сразу же, друзья, я начинаю бой с колоды номер 16. Да, именно с нее. И посмотрим, я, конечно, хотел бы, наверное, на девятую колодочку перейти. Черт подери, я не вижу, когда вот это... Я, кстати, таскмастером, друзья, таскмастером так и не воспользовался вообще еще ни разу. Я вот думаю, нафиг он мне в этой колоде вообще нужен. Блин, смерть дали. Ну, даже если мне дадут Блейда, ну это трэш. Это, ребята, уже называется трэш. Призрачный гонщик есть. Ну, Свордмастер, но опять же, ну, это меня не страшит, если честно. Кладете здесь по карте из руки каждого игрока после пятого хода. Давай так сделаем. Я пока, наверное, не буду снэпать, хотя... Посмотрим сейчас. Санспот. Ага. Ну... Блин. Ну хорошо, давай сделаем так. Он притянет сейчас этого парня. Вонг. Ну я сделаю вот так вот. А что он хочет здесь сделать? Пока не знаю, ребят. Угу, я понял. Пипец, ребята. Это ж надо было так тупануть. 15. Так, здесь мы здесь проигрываем. Я, наверное, сделаю вот так вот. А, подожди, подожди. Он же последнюю карту. А какую последнюю карту? Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Давай так попробуем. Но он сюда может тигрицу поставить белую, ребята, или... Ну, допустим. Плохо дело. Очень плохо, друзья мои. Таскмастер, к сожалению, здесь мне не помог, друзья. Вот здесь вот, понимаешь, дело в том, что я сюда подставил под Вонга, ребята. Точнее, он поставил Дума сюда, я перетянул Вонга, и получилось так, что у него Дума открывается уже сразу под Вонгом. Ну, это просто, ребят, повезло. Не повезло то, что у меня выпал магнета. Как-то вот так вот получилось. Ладно, хорошо, мы сейчас с тобой это все дело будем исправлять. Блейд это уже хорошо, только под кого он идет? О! Под Инфината. И, кстати, то, что у него был этот... Ёб просоте, как который сбивает десятки. Это, конечно, фигово, ребят. Он мне просто Инфината взял и забомбил. Ну что же, ничего не поделаешь. Ну ладно, давай. А вот этот Таскмастер, ребят, он в принципе хорош. Он копирует последнюю карту. Кто у него здесь? Фордж, кузнец. Опа. Так, черная кошка Черная кошка, ребят, слетела. Это вот единственное, она слетает. Он ее, если через эту запускает, она возвращается, это как сброс идет.
Или как уничтоженная карта? Вот вопрос такой. Я ни разу не видел, чтобы она возвращалась на поле. Но она для чего-то нужна. Я... Тут, понимаешь, лога нету. Нету у нас лога. Дурачка поставим. Что такое заглушить? Пожаловаться, сброшено. Пропускает ход. Опять же мне ничего нету. Неужели на сброса, друзья? Неужели он будет на сбросах играть? А что у меня под пятерку? Под пятерку у меня ничего нету. Вот у меня только Таскмастер, который будет копировать призрачного гонщика. Ну, такой себе. Такое себе удовольствие, если честно. Ну давай, что ты там? Галагон. Давай, Галагон, ходи. А вот, ребятушки, и Хэлла. Ну, он копировать будет этого. У меня только один ход. Неужели у него Хэлла есть, а? Не знаю, ребят. Я снэпусь. Но он найдет за десятку что-нибудь себе? Поставит туда, вот на первую локацию или нет? Вот сюда вот. Чтобы перебить. Если у него есть геликария, то будет ничья. Если у него, ну, нету ничего за десятку, то это будет плохо. Согласись. Шанг-Чи. Нужен ли мне Шанг-Чи в моей колоде в этой? Вот сколько раз, ребята, играем. Очень редко использовался. Очень редко. Вот такие вот хмыри меня бесят, ребята. Что в растении против зомби-герои. Так, смотрим, что он сейчас делает. Я выигрываю, друзья мои, по очкам. Черная кошка, ребята, все-таки идет как уничтоженная карта. Посмотрим, что там написано. Если эта карта остается в вашей руке, после хода сбрасывает ее. Но если он сбрасывает, почему? Он же сбрасывает ее. У нас же Блейд. А, сбрасывает. Тогда все правильно, друзья. Угу. Все-таки это сброс. Я думал, что это как идет как уничтожение. Нет, ребята, это идет как сброс. Понял. Уничтожение — это когда мы ее... Чего такое тут? А, нам до 50 кредитов там не хватает. Что, еще можно прокапать? Ну давай. Магнета качается. 50 кредитов.
как с куста. Забираем. Так, я хотел за... О, щит, смотри. Так, 200 кредитов, 15 золота, 200 опыта в сезонке. А что? Подожди, не понял. Блин, музыка мне вот эта нравится вообще в тему. Такая приколюшная музычка. Кредитов. Итого у меня 480 кредитов, серьезно? А так, обновление, черный орден. Так, это коллекция. Сейчас, ребят, прокачкой займусь. Сколько ты? Ну, нормально. Хеллбастер. Легендарочка. Коллекционера. Отлично. Оу, ребята, Magic. Слушай, Magic. Я на самом деле давно хотел получить Magic, потому что она дает седьмой ход. И, кстати, вот ее-то я, наверное, ребята, поставлю вместо Shang-Chi. Так-то у нас Доктор Стрэндж. Ну, какая-то вот, если честно, картинка, ну, не особо красивая. Давай честно скажем. Так, ослепительный. У меня даже ее нет, по-моему. У меня нет ослепительной. Так, а это кто такой? Гладиатор? Добавляет карту из колоды вашего противника на его сторону этой локации. Если у нее меньше сил, уничтожает ее. Обалдеть. Но он больше похож не на гладиатора, а на супермена почему-то. А это кто такая? X23. Если эта карта сброшена или уничтожена, она восстановится на случайной локации и получит один к энергии на следующем. Нифига! То есть ты ее скидываешь. Это же... И это же та самая стерва, которая, ребята, меня в этом рвет. X23. Люди X23. С... Вот с этими, как типа Росомахи. Она меня на события, ты помнишь, рвала, блин? Marvel Strike Force. Я ее узнал, стервозу эту. Так, что... А, я хотел поменять. Я хотел, ребята, поменять в колоде Шанг... Или Таскмастера поменять. Черт. Давай таск... так, мы можем прокачать еще. Блин, таскмастер может выручить иногда. Черт его знает. Давай, наверное, уберем его. Да как тебя убрать-то? А, удалить из колоды. И возьмем... Magic. Так вот сделаем. Или Шан-Чи все-таки убрать и поставить. Хрен уж. Ладно, пока пускай будет так. Все, поехали. Я готов. Играем. Играем дальше. Не, ну Magic седьмой ход дает. Это, в принципе, ребята, очень хорошо. Есть шанс, что тебе выпадет все-таки Хелла. Но ты не забывай, что... Она, кстати, еще перекрывает ненужную локацию нам. Черт подери, ну как так-то, блин? Добавляет по карте. Пипец. Мешается вот эта фигня. Да у меня нету тут никого, к сожалению. Ай-яй-яй-яй, ладно, хрен с тобой. Ну что, ребята, будем, да? Ставить. После каждого хода карта здесь сражается. Ага, самый слабый. Давай так сделаем. Поехали.
О, друзья мои, у него гладиатор, прикинь. Добавляет карту из колоды вашего противника на его сторону. Ну, посмотрим, что это будет. Какую он карту добавит? Ё-моё, вот это он добавил. Вот это он добавил, блин. Почему призрачного гонщика ты, блин, уничтожил? Твою налево, а? Так, ребята, вот это что делать? Постоянно получает совокупную силу всех карт, уничтоженных в этом матче. О как. Добавляет случайную карту с базовой стоимостью 2 в вашу руку. Постоянно снижает силу остальных ваших карт на 1. Я даже не знаю, ну давай так сделаем. Он снэпнулся, да? Серьезно? Угу. Что он ставит там? Кто это такой? Бета-рей бил. Подтасовывает карту Штормбрейкера в вашу колоду. В мою колоду? В плане, твою мать! Ты что сделал, блин? Тырок, а? Я даже не знаю, что сделать, друзья. Мы какую карту там... Я не помню, какую мы карту уничтожили. Давай я сделаю так. При раскрытии удваивает силу Ретта Бэй. У него тоже, ребят, смерть. Ты серьезно сейчас, блин? Да подожди ты, ты... 3 и 4. Так, ага. Блин, я, ребят, рискую. Все равно не хватает, блин. Да, друзья, вообще просрался по полной. Блин, так у него нифига себе карты. Ты посмотри, гладиатор, Рей, Билл. Я таких карт даже и не видел-то в жизни, блин. Ну, по крайней мере, вот за этот сезон. Понимаешь? Взял где-то топовые карты, непонятно где, блин. Поехали. И на сбросах у меня все хреново, блин. Блейда не было, блин, этого не было. Ну, так вот. Да отыграюсь я еще, отыграюсь, ребят. Да еб твою мать, ну что ты, блин, ну что ты мне всучиваешь-то постоянно? Твою налево, блин, 6, 5, 4, 6, блин. Какого хрена, блин? Слов нету, а. Ну зашибись. Ну давай, блин. Заменяет. Ну заменяй. Твою... Ну ты тварь. Ну ты тварь, игра, а. Ёп. А, у меня слов нет, ребят. У меня нет слов. Но это ж надо так додуматься, блин. Ну, взяла говно и заменила. Просто, ребята, уничтожила мне Хэллу, блин. Пипец, блин. Дерьма накидывает мне какого-то. Ой.
Ну как так-то, а? И Блейд прогорел, ребят. Но это все, это крах. Я проигрываю. Пипец, я тебе скажу. Я офигею, ребята, в ранге упал. Блин, вот здесь, конечно, подосрало. Просто, ребят, подосрало. Нахрена он эту мне фигню сюда перетянул? Ну, ты понял, про кого я тебе говорю, да? Он доктора осьминога этого вшивого поставил, блин. И теперь сидишь и думаешь. Ты... И, кстати, заметь это, когда происходит, ребят. Когда... Сейчас, подожди секунду. Это происходит... Когда у тебя нету вот этого вот парня. Заметь. Шанг-Чи. Как только он у тебя отсутствует, все, он начинает выпендриваться. Ну, то есть выставлять карты. И не боясь этого. И у меня не. И он мне не выпадает, понимаешь? Он когда, блин, он выпадает, когда нахрен не нужен, ты понимаешь? Ну вот это что за дерьмище? Ну что вот это за дерьмище? Ладно. Сив. Должна завалить, по идее, инфината. Ну, если не выпадет, конечно, смерть. Такая, все равно смерть, даже если выпадет, все равно инфинат, ребят. Игроки не могут... Чего там не могут? Отступить? Ну, я как бы не собираюсь пока отступать, блин. Сейчас посмотрим. Так. Блин, ну тут вероятность такая, что он может опять хилу сбросить. Твою мать. Молодец. У меня тоже такая есть. Я прям, блин, ребята, на острие хожу. Прям на острие. Сейчас этот Sword Master. Жалко, нет какой-то гарантии, чтобы вот, например, эту карту как-то застраховать от сброса. Ну, какая-нибудь была бы карта. Там. Например, выставляешь ее на стол и сдаешь защиту определенной карте, чтобы ее не сбросило. Нормально. Опа-на, опа-на. Так, ребята, что Локи делает? При раскрытии заменяет вашу руку на карты из стартовой колоды вашего противника и снижает их стоимость на 1. Что-то такое себе, ребят. А что у нас делает? А что у нас делает вот это вот? Пацан, ваши карты с базовой сумочкой 1 и 6 не могут быть уничтожены. У нас еще есть ход, да? Давай сделаю так. И вот так. Я готов, друзья мои.
Посмотрим, как он там хочет там, что он сделать. Переместить, сместить. Нет, 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 только не это. Проиграл, да? Проиграл. Он проиграл, друзья мои. Ну, главное, отбил хотя бы 4 балла. 4 балла отыграл, замечательно. Поехали забирать награды. Кредитов. Так. Да что ты делаешь-то мне? Да какого хрена? Давай, ребят, поиграем этой 9-й колодой. Ну, там через через тигрицу и тому подобное. Ты понял, да? Йогурт, сынок. Дитя 80-х. Не свисти. Если вы не, так, если вы разыгрываете здесь карту, превращает ее в другую карту с той же стоимостью. Да? Тарнакс. Ну, эту гадость мы с тобой уничтожим. Когда-нибудь. Если вы разыгрываете здесь, заполняет эту... Ага. Заполняет эту локацию. Давай так сделаем. А что циклоп-то там? Странно. Ну, давай чаровницу поставим, фиг с ним. Воу-воу! Прекрасный выбор, господа. Блин, а если сюда сейчас попадет тигрица? Блин, твою маковку. Что, пора эту гадину уничтожать? А, последний ход, подожди. Давай посмотрим. Кого он там сейчас заплодит? Он проиграл. А что это за грандмастер еще, блин? Да там, да хоть ты там заполняйся, мне пофиг. 56, блин. А, кстати, карта, да, которая у нас попала, ребята, она не стала. То есть тут карта только именно ту, которую ты ложишь, а не которая там перепадает. Вот что получается. Грут. На Грута получили мы с тобой
карточки. Выиграть матчи со Снэп и сбросить карты. А, ну это надо было на колоду на сбросах тогда играть. Ладно, после этого матча переключусь. Там две карты надо будет сбросить и еще что-то там надо сделать. Налево, ну что? Добавляет сюда постучанной карте после третьего хода. После третьего хода. Мне, кстати, надо аватарку свою поменять, ребят. Здесь нельзя разыгрывать карты, которые стоят 4, 5 или 6. Ставим тогда сюда броню. Я понял. Друзья, он работает на сбросах. Берете карту. После третьего хода. Серьезно. Черт бы тебя побрал, а? Ну что, придется отсюда тигрицу ставить. И потом дума. Хеллу, сбрось Хеллу. У него Хелла, ребята, она висит там. Она висит у него там. Переплюнет меня, как думаешь? Похоже, нет. А-а. Нет, не переплюнул, друзья. Victory. Зачем вот Вонг ему в этой колоде, друзья? Я... А что он хотел Вонгом здесь сделать? Так, выиграйте локацию только с одной карты. Так, я хотел на сбросах поиграть. Ну, колода. Какая там, 16-я? А зачем он Вонга взял? Вот, что-то я не... То есть, если он кидает карту на сбросах, он скинуть может и Хэллу, и чего угодно. Блейд он сбросил же. Кстати, заметь, что колода на сбросах никто не использует призрачного гонщика. Никто, ребят, я еще не видел. Чтобы кто-то использовал призрачного гонщика. У меня опять же пока. Это что такое? При раскрытии плюс 2 к силе за каждую карту, разыгранную вами на этом ходу. Но я же не буду скидывать сейчас блейды впустую. Хорошо, ребят, вот это вот хорошо. Вот это хорошо, но он сейчас будет сбрасывать. У меня, блин, нету этой Колин Винг Вонга. Что за мода с Вонгом-то? Я что-то не могу никак врубиться.
Такие, блин, риски, ребята. Ну охренеть, какие риски. Просто, ребята, ты не представляешь, что я сейчас делаю, блин. Он сейчас бросит. Если сбрасывает Хеллу, все, ребят, это просто перечеркивает здесь все. Давай так поставлю. Блокируй ему так карты, пожалуйста. Ну и прекрасно. Как думаешь, он апокалипсис будет ставить? Наверное, будет. Так дебильно обосраться, ребята. Я в жизни вот так вот не видел. Твою налево, блин. В один балл, как труха паршивая, ты понимаешь? В один балл обделался. Твою мать, а. Дерьмище просто. Что там? Оснасти свою колоду титулом, чтобы... Так, как Эбони Мо, только... Только морщинистей. Выиграть инвалкацию только с одной карты. Да... Как ты тут сделаешь с одной карты, ребят? Ну, не, можешь, конечно, попытаться. Давай, возвращаемся на девятую. Слушай, а рубашку? Где рубашка у нас меняется на колодах? Я вот что-то не помню, если честно. Нет. Вставка. Вставка. Нет, какая кол. А вот, вот, ребят. Давай поставим. Так, титул. Как бы не мог только морщинистей. Примите ко всем. В плане, а он что-то не меняется. А, вот, примите колой. И... Такой вот будет у нас. Ну, так вот. Так, подожди, а рубашку-то... У меня 330, мы можем с тобой прокачать. Да ну нафиг, плюс один. Не хочу я. Сколько ты? Ну это уже получше будет. Эпик. Ну-ка. Постоянно, плюс один к силе за каждую вражескую карту здесь. Плюс один к силе за каждую вражескую карту здесь. Ну, ну такое, ну, вроде неплохо, ребят, вроде бы. Значит, нам нужно сделать всего лишь одно задание. Два задания. Выиграйте с одной карты и выиграйте со снэп. Ну, с одной карты на локации, хрен знает, как выиграть с одной карты на локации, ребят. Мэджик. Есть вы разрыв. Джина в вашу руку. Твою налево, блин. Зашибись. Сейчас будет прибавлять к себе энергию, гад. Ммм.
Я только на третьем ходу, ребят, смогу здесь забарковать. Каких-то одиночек берет. Ладно, хрен с ним. Погнали. Опять же, сброса нет, ребят, пока. Погнали. Я пока не буду упираться. Пускай там что хочет делать. Ай, проигравшего игрока уничтожит мне карты. Она установится на случайно и получит один к энергии на следующем ходу. Блин, я сейчас пока даже и не знаю, что ей поставить, ребят. Давай так сделаем. Дальше-то что? Ну, если я сделаю, например, так. И так. Так, ну теперь Хэлла, если только поможет мне, если поможет тебе. А, все? Все? А почему... Придурок, твою маковку. Я поставил шторм, блин. Ой, дурак, господи. Я поставил сюда шторм и перекрыл себе седьмой ход. Прикинь, это же надо было так тупануть. Ребята, ёпперсете. Да, такого дебилизма давно не видел. Ну, что ты хочешь? 6 часов утра, ё-моё, на моих часах, блин. Уже, блин. Вот это да, вот это тупизм был, блин. Ты издеваешься, да? Добавлять сюда глыбу. Здесь нельзя разыгрывать карты. Зашибись. Блин, у него опять на сбросах, ребят. Давай так сделаем.
Может быть, даже на врага сыграл. Хрен его знает, ребят. Поехали, так сделаем. Даже никого не притянул, гаденыш. А у нас только магнета, да, уничтожен был. Давай так. А, мы выигрываем, да, получается? Или что? Как мы нафиг выигрываем? Отступил. Он сдался, друзья мои. Понимаешь? Он наложил в труханы и сдался. Почему? Ума не приложу. Потому что, наверное, засыха. Да ладно, я шучу, ребята. У каждого может быть свои проблемы. Он решил не тратить больше очков. И все, поэтому сдался. Может быть, оно и правильно. Какой-то... Давай четвертую карту. Какую там? Какую дашь мне? Давай мощную. Мощную. Инфината давай. Я не буду тратить мэджик. Ну, нова. Те, кто первый получит сюда ровно две карты, вытаскивают карту. Так, сделай, хрен с ним. Броня. А зачем он это сделал, я не понимаю. Силы 10 и больше. Ох, ёпарасоте. Ну ладно. Давай сюда поставим. Зеленый гоблин, да? Так, а он кого... А кого он зарубил? А, я вспомнил. Да ёпарасоте, блин. Так. Что мы здесь можем сделать? Поставить этого парня, да? Теперь вот этого. Угу. Да ты, блин. Ну чё ты, тварь, делаешь-то, твою мать? Ну какого ты дебилка, блин, составляешь все в одну эту-то?
долбаная Хейла, ребята, ну долбанутая, ну дебилка просто конченая, ты понимаешь, блин, выставляет все в одну локу, блин. На нее, блин, надежда, что она будет раскидывать по всем локациям, блядь, она все в одну херачит. Дебилоидно, блин. Просто выбешивает, блин. Тварь, блин. Просто взяла всех в одну линию, блин, собрала. Пипец, блин. Такая скотобаза, а, блин, слов нет у нее. С этим дебильным рандомом. Тут тоже колодушка хороша, блин. Давай, блин. Только не сбрасывай мне, пожалуйста, что призыв. Вот Деликарио скидывай, блин. Ну, может так, хорошо. Хрен с ним. Погнали. Ладно. Ну, давай так сделаем. Хрен с ним. Две карты перетянет, да? Поехали. Давай, давай. Не смог, ребят, Последний ход. Ну да. Скинутые есть, скинутые карты есть. Поехали, ребят. Я посмотрю, что он там сейчас делает. Хэлла, только, пожалуйста, не тупи. Так, 16-27. Хэлла, не тупи, пожалуйста. Так, ну здесь нормально. Все, ребят, выиграли. Фух. Прекрасно. Я заберу обратно 26 ранг сегодня или что, блин? Со снэп выиграл. Отлично. Выиграйте на локации силы 10 и меньше. И меньше, 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 меньше. Ну, поехали. Поехали дальше. Ну, Хэлла, блин, ну вот порой так просто вымораживает, ребята. Я понимаю, призрачный гонщик, ребята, выставляет карту на свою локацию. Куда ты уставишь, он притягивает к себе. Ну, Хэлла-то какого хрена, блин? Это... прямо забурлило, знаешь, блин. Здоровски. Пропускаю, конечно, ход. О, хо-хо-хо-хо-хо, ноль. Прикинь, сейчас сбросит Хэллу мне, блин. О, Геликария, замечательно. Ничего.
Не знаю, что он там сделал. Кажется, мурайку тут сбросил. Мы что можем сделать? Можем поставить Морфеуса. Морфеуса. А что? Предскрыть добавляет случайную карту с базовой стоимостью 2 в вашу руку. Так. Он Хэллу, ребята, сбросил. Хэллу. Хмырь. Просто хмырь, ребята, блин. Я тебе об этом говорил, что Хэллу сбрасываешь. Все, друзья мои, можно сказать, что ты запорол себе всю пачку. И он ее сбросил. Дрищ, блин. Не, ну такое, такое бывает, ребята, да. Тут как бы никто от этого не застрахован. Ну, как у него это получилось, это, конечно, топово. Он хотел меня наказать, а получилось, что наказал сам себя в этой, в данной ситуации. Так, ребят, у нас наградушки. 250 кредитов, 25 золота, 300 опыта для сезонки. Выиграть на локации с силой 10 или меньше. Ну я попробую. Выиграйте с силой 10 или меньше. Так у меня, блин. А, ну мы одну выиграли пачку. Сейчас попробуем еще раз закурить. Не, ну сам себя наказал. Ну, ребят, ну серьезно говорю, Хэлла. О, блин, нет, сейчас же четвертую дадут карту. А гелик бы я, конечно, бы разобрал. Твою мать, ну зачем? Ты заметь, что на сбросах очень часто играют. На колодах именно на сбросах. А если ты хочешь видеть топовые колоды, это знаешь, куда надо идти? Хочешь, скажу? Это надо идти в чемпионат, в соревновательные рейтинги. И ты там просто охренеешь от того, как, что там творится, какие там колоды. Я серьезно говорю, можно даже проверить. Нет! Ну какого фига, блин? Я опять не могу ничего сделать. Твою налево. Почему не геликарил ты скинул? Твою налево, а? Но он уже, видимо, понял, друзья мои, про мою колоду. Фордж. Да, следующей карте, которую вы разыграете, плюс 2 к силе. Так. Он сдался, друзья мои. Выиграйте с локацией 10 или выше. Я не могу ничего сделать. А то, что вот Magic карта выпала, это, ребят, хорошо. Она действительно выручает. Она особенно выручает, ребята. Нас, кстати, надо ее добавить в ту колоду. Точно. Точно, 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 друзья мои. Что-то я об этом не подумал. Надо будет ее добавить в ту колоду, где у нас Вонг, белая тигрица, в общем, туда нужно добавить. Почему? Ну, потому что там седьмой ход, он очень помогает. Потому что там можно и Вонга сыграть, и Тора. Блин, ну это фигово, ребят, когда вот так вот попадает. 6-6-6. И Блейд четвертым. Считай, вот эти вот карты две, которые нужно уничтожать, выпадает просто за... Ну, ну вот что ты тут будешь делать? Ну, Мэджик же не будешь тратить. А что там написано? Если вы разыгрываете, добавляет ее, купим другую локацию. Да, он сейчас может их прокачивать, эту Angel. Смотри, что делает. А если он перемещается, он сбросит? Сбросит. А больше мне пока нечего сделать. Давай так. Офигенные риски, ребята. Iron
Что мы можем сделать? Так вот, наверное. Как это... Да. Да, друзья мои. Из-за Энджела. Ему немножко повезло. Блин, я опять, ребят, на 25-м ранге. Твою налево. Я буду до последнего топить. Пока не перейду на 26-й ранг. Пока не перейду, друзья мои, на 26-й ранг. Видишь, ему повезло, что Энджел задублировал и начал ее, ребят, прокачивать. Ну опять вы за свое, твою налево. Ну какого хрена? Блин, ты меня бесишь, как дал бы сейчас, я не знаю, блин. Ну что это за дерьмище-то, блин? Нет, Блэйда, если бы скинул, он бы Дэд бы уничтожил бы, ребят. По большому-то счету, блин. О! Да, блядь, копи в руку противника. Добавляй в руку противника. А прикинь, он тоже на сбросах, ребят, играет. Нет, наверное, не на сбросах все-таки. Черт подери, ты утырок. Ты утырок, что сделал, блин, а? Он мне скинул Одина. Джубили. Вижн. Давай сделаем так. Сделаем так. Блин, я никак не сделал так, чтобы... Давай сделаем так. И вот так. По-другому ничего не получается, друзья. Так, это... Нет, это не последний ход. Давай сюда. Он сейчас что-то сюда поставит. Здесь не Вонга, блин. И он ходит первым, ребята. Моя карта потом уже откроется. Он здесь засобачит все нафиг. Дума ставит. Он точно сюда что-то поставит, друзья мои. Он поставит, он может этого сюда. Как он называется? Тор? Как он там? Ну, Вонга уже сюда он не будет ставить, смысла нету. А вот Тора, да. Твою дивизию, да опять не хватило. Да что за срань-то? Вот это вот дерьмище вот, которое уничтожил, как он подставил, блин, под карту. 25-й ранг опять. Твою мать, а? Да что за непруха-то такая? Просто под... Просто, ребята, была подстава. Мне как бы не вперлся этот Chevy Chase, но видишь, блин, он ее просто мне скинул, гад. И она мне помешала, мы ее как раз уничтожили, она появилась у меня в руки, и Блейд ее уничтожил, блин.
Ну что опять, ну... Да, блядь, сюда... Дэдпул. Плюс 5 к силе. Карта здесь получает плюс 5 к силе. Че, ребята, сбрасываем, да? Давай. На пятом ходу этот лич, ребята, сработает. Что там у тебя, Дэдпул? Прикинь, тварь, а? Так, посмотрим, у меня сбросов-то сколько тут? По-моему, нисколько, ребят. Minions to me. А Minions to me никого и нету, блин. Так, Дэдпул, смерть. И... да проиграл, походу, дело, друзья. Гениально, блин. Откуда смерть-то у тебя взялась? Я не понимаю, и для чего она у него? Вообще, ребята, в ранге падаю. Падаю. Сейчас, если проигрываю еще раз матч, я переключусь на другую колоду. Выигрываешь, выигрываешь, выигрываешь. Потом на тебе сразу такой резкий. Обломись, печенюшка. Да опять издевательство какое-то. Да, твою мать, а? Блин, он со своим Шанг-Чи, он, конечно, меня, ребят, подколол, блин. Просто взял, выставил его, уничтожил две мои мощные колоды. Вот так вот. Поэтому он и не переживал по этому поводу. Ладно, хорошо. Давай, вибраниум свой. Кого он сейчас скинет? Кого он скинет, блин?
почему ты Сиф скинул? Почему ты не скинул, блин, что-нибудь другое? Сиф ему надо было, а? Тут на них вибраниумах можно, ребят, выигрывать, блин. Давай, наверное, так сделаем. Глушанем, так сказать, карты, я не знаю, там какие у него карты, сколько там чего. Сбросы. Ага, полуснэп. Тут, наверное, можно на них вибраниумах вот так вот сделать. И... или сюда, ребят. Вот. Давай сюда. Чувствую, проигрышем пахнет. И он ставит именно сюда, блин, а? Проиграл, ребят, опять. Если бы здесь... Я думал, что он сюда поставит карту, блин. Ой, все, ребят, играем за другую колоду. 24-й ранг, 24-й ранг. Ну это что? Это что такое? Офигею. Просто думал, блин, наверное, туда влепит. Поставил карту сюда. Нет, он берет и ставит немножко в другую. Окей. Поехали. Начнем. Оу. Вы можете разыграть только если у вас есть карта стоимостью 1. У меня есть карта со стоимостью 1. Или она должна быть в руке быть? Апокалипс. Так, что, я хожу, да? Такс. Кого он сюда ставит? Че ставим, Дума или кого? Или тигрицу? Наверное, тигрицу надо лепить. Или Думу все-таки. Давай Думу поставим. Победа, да, друзья? Ну, по идее, мы выиграем здесь, да? Да. Отыграл 8 баллов твою налево. Это 25-й ранг. Сразу же переходим.
Ну, меня такой расклад не устраивает, друзья мои. Мне нужен 26 ранг. Хоть мы все задания выполнили, я пошел за 26 рангом. Нафиг, нафиг, ребята. Я хочу остаться при своих. Давай, давай, родной мой. Не подкачай папочку. Роман. Или Роман. Но нам повезло, что там вот это вот, Сандман. Сандман выпал. То есть он мог всего лишь одну карту заход сделать. В этом случае, да. Чаровницы. Мне бы здесь Киллмонджер бы не помешал бы. Давай будем честны. Плюс 5 к силе. Черт узнает, ну давай сюда поставим. Кто там у него, интересно? Накия. Поехали. Себастьян Шоу. Если эта карта получит постоянную силу, получает еще 2 к силе, независимо от того, где находится. Себастьян Шав. Ну да. Один, друзья мои, один. В принципе, и все. Победа здесь за нами. Потому что сейчас еще по восьмерке скинет. Он по восьмерке скинет здесь, здесь восьмерками все забьет. Ну, допустим. Так, кто тут? Сильвер. Мне все равно проиграл. Все равно он проиграл, ребята. Жалко, на восьмерку он не согласился снэпнуться. Я бы 26 ранга получил бы, и все бы. Мы пошли бы спокойно по домам. Но сейчас нифига, сейчас придется, ребят, бороться, блин, до последнего. Ну вот этот Себастьян Шоу, которого он сейчас выставил. Такой в плане прокачки, да. Как Эбони мог только морщинисти. Такая серьезная колода. Добавляет вашу случайную карту 10. Оу. Только она мне, к сожалению, ни к чему. Геликарьер. Скинуть я не смогу. Шелк. И если здесь будет разыграна любая карта, переместится на другую локацию. Такая, кстати, карта неплохая, да? Переместится на другую локацию. Хоп, скаканет, блин. Фелком. Плюс 2 к силе. Хрен с ним, давай так сделаем. Кейбл. При раскрытии, да?
коллекционер мантис. Погнали, ребятушки. А потом можно, в принципе, железный человек поставить и он приумножит нам столько здесь очков, что мама не горюй. Оу, щи! Об этом даже и мечтать не мог, ребята. Ты посмотри, как складывается. Ну, прям, дай-ка снайп не могу взять. Ну, эту локацию, может быть, ты и выиграл, парень. Да, но с остальными-то. Так, ребят, подожди, а чё я радуюсь? У меня на один балл. У меня на один... Ёпарас это, ребят, я в один... Проигрываю в один балл, блин. Чёрт подери. В один балл, друзья мои. Ну это... В один тухлый балл, а? Да как же так-то, а? Твою ж маковку. В один тухлый долбанный балл, ребята, все уперлось, а? А я уже радостный, уже такой подушечку наминаю. Думаю, сейчас пойду прилягу. Прилег твою налево, блин. Да. 5 к энергии на этом ходу, ты серьезно? Сразу такой не церемонясь, хоп. Ну ты серьезно, уничтожает карты после третьего хода? Да. Раздавит. Ничего поставить не могу. Блин, опять тухляком пахнет, ребята, блин. Опять тухляком пахнет. Брось ты гад Хейлу лучше, блин. Opponent snap. Я не буду, ребята, снэпать пока. Потому что... Ну, потому что... Он ждет Хэллоу, друзья мои. Поверь мне, он ждет Хэллоу. Если он сейчас ее поставит, это будет труба. Он апокалипсиса, да, ребята? Давай сделаем так. Только не сюда. Бляха! Как тварь, ну... Фу ты, я совсем забыл, что здесь плодится. Ребят, ну как можно было забыть, что здесь плод... Ну как так можно было долбанутому сделать, сыграть? Ну как так можно было, ну... Я понимаю, ребята, что там бы я бы ничего сделал. Но я бы мог бы через железного человека. Ты понимаешь, через железного человека. Он не заполняет всю локацию. Он приумножает все карты. Мы бы этого апокалипсиса переплюнули бы. Нет же, блин, я совсем забыл про это.
срабатывают дважды. Эффекты при раскрытии, друзья мои. Что-то новенькое там у него вылетело. Ну давай сюда поставим. Ну сюда. Нет, сюда. Пускай сюда пусти. Ой, господи, ты боже мой. При раскрытии дважды срабатывает. То есть вот здесь вот прям замечательно, ребята, ставить Вонга. А уже на Вонга, ребята, ставить всех, кого не лень. Я сюда, знаешь, что забыл поставить, ребят? Я сюда в эту колоду забыл поставить. Поехали. Ну, погнали. Срабатывает дважды, да? Что у него там? Неужели у него там Хэлла? Ну кого? Нет, ребята. Ну тут, конечно, тут прям под мою, ребят, колоду прям все было сделано. И опять на 25-й ранг вернулся. Дайте мне в конце концов 26-й ранг. Ну, пожалуйста, что тут у нас? Что-то выполнено, что ли? Дайте мне, господи, отыграть свой 26-й ранг. И все. Время, блин, без 27 утра, блин. 26-й ранг Рэй пытается добить, блин. Офигеть, блин. Давай. Ну опять 25, блин. Кстати, что такое? Железный человек. Заметьте, я им даже не воспользовался. Ваша сила здесь придется другим локациям. Паршивый ублюдок. Взял мне тигрицу белую, уничтожил. Гад, вшивый, я. Добавляет вашу. Добавляет карту в вашу руку. Копию, да? Окей. Оу. Давай так сделаем. Смерточку поставил, да? Ку-
куда он эту смерть сейчас влепит? Твою мать, я забыл опять, ребята, поставить эту, а? Что, сами сюда на уничтожение, ребят? Ты серьезно, блин? Ну, не выиграл, нет, ребят. Опять сфейлился, блин. Все, я сейчас убираю, короче, какую карту? Черт, я уже не помню, какую карту я хотел убрать. И ставим этого. Давай, открывай коллекцию мне. Так, колода номер 9. Убираем, наверное, чаровницу. И ставим. Блин, найти бы еще. Вот она. Вот так вот. Песочного человека, наверное, тоже удаляем, ребята, из колоды. И ставим. Кого ты тут поставишь? Кого тут, блин, поставить-то? Профессора? Да ну нафиг. Пипец, приплыли. Даже не знаю, кого поставить. Не было. Ну, по Килмонджера не было ставить. Но это такое себе удовольствие. Стоит на один. Давай вот эту возьмем. На один меньше. То есть, если вдруг нам не выпадает. Он изначально в руку не выпадает. Ну, например, тот же самый Тор. Или еще кто-нибудь, да? А выпадает потом, после того, как мы эту карту выставим. Они будут стоить на одну карту дешевле, получается так. Посмотрим, как это работает. На худой конец есть Киллмонджер, который может эту карту просто уничтожить. Вот. Так, Блейд. Подожди, а в чем карты, которых изначально не было в вашей колоде, стоят на один меньше? Тьфу, блин. Ребята, изначально которых не было. Блин, я не то немножко сделал. Я не так понял, точнее, карту эту. Блин, трындец. Это же надо было так тупануть, а? Да, тупанул, друзья. Тут уж, блин, не поспоришь. Которых изначально не было. Понимаешь? Да. Как-то не особо хорошо получилось. Так, кстати, надо сэмплиться, друзья мои. Хм.
стаю. Кто у него там? Да. Лопухнулся. Да, ребят, надо менять эту карту. Это, короче, карты, например, вот как геликарьер прилетает, сбрасывает тебе, вот, забивает руки. Только в этом случае, ребята, только в этом случае карты стоят на один дешевле. А не так, как я понял, что не карты, которые вот у тебя в руке и которые у тебя в колоде. Это, ну, две большие разницы. Поэтому убираем отсюда это все дело. Ну и... А что Адам Варлок делает? После каждого хода вытаскивает, если вы выигрываете здесь. Ну, такое себе тоже. При раскрытии дает две к силе. Ну, это трем картам. Ваши карты всегда раскрываются последними. Их способность при раскрытии активируется в последнюю очередь. Ваши карты раскрываются последними. Ну, как бы так, в принципе-то неплохо. Может, Джубили открыть? Взять, точнее. Но, опять же, она может вытащить то, что мне не надо. Или гоблина воткнуть ему. Ну, жалко так тратить это. Легион, я помню, да, неплохо там. Когда впервые эта карта перемещается. Это когда перемещается она впервые, блин. Лидера тоже не вижу смысла ставить. Блин, я не знаю, кого поставить, друзья. Вот честно сказать, вот. Ну кого? Обладает постоянным эффектом всеми карт противника. Я ни разу не видел, чтобы кто-то суперскула вот этого использовал. А Дерби добавляет карту во все остальные локации для каждого игрока. А этого ставить не вижу смысла. Морфа. Постоянно так, карты, которые вы разыгрываете здесь, не будут расходиться до конца мая. Ну, зашибись. Медузу, что ли, взять? Последняя разыгранная вами карта перемещается сюда. Дело в том, что эту карту может уничтожить Киллмонджер. То есть, если он выставляет ее, она выносит и все. Айрон Харт, наверное, добавим в колоду. Конечно, я не очень в восторге, но тем не менее, давай попробуем. Если ее ставишь, ребята, опять же, под вот Вонга, она срабатывает два раза. То есть не трем картам, а шестью картам повышает на плюс три. На плюс два к силе. Что она делает вообще? Да ничего она не делает. Так вот сделаю. И вот так еще сделаем. Локджоу. Копирует последнюю вытащенную вами карту вместо... Блин, последнюю карту. Давай сюда поставим. Через лог Джо, да? Блин, я не знаю, ребят, или нам... Гигант.
гигант. Так, друзья мои, наверное, гиганта надо хлопать. Как ты считаешь? Так а в плане, блин, подожди, а что ты не сделал этот Magic? Ребят, ну я-то рассчитывал. Я бы поставил бы этого тогда. Я рассчитывал совсем на другое, блин. Я думал, что Magic сейчас бомбанет, блин. Ну, сделает ход мне, как бы, ну, седьмой, блин. Зашибись, да? Я ее выставил, блин, пипец. Конечно, я бы поставил белую тигрицу. Ой, тигрицу, поставил бы этого Тора, блин. Жесть. Что надо так было тупануть-то, блин, а? А что у меня броня здесь делает? Объясни мне, пожалуйста, на милость. Да. Так сделаю. Хрен с ним. Сделаем, наверное, так. Пока только так сделаем. Сюда поставим и сюда. Что-то мне кажется, что он хочет их, ребята, преувеличить, эти единички. Может быть, мне кажется, конечно, так. Последний ход. Ну, давай. Мне просто интересно, что он сейчас хочет лупануть. Здесь мы... Что тут получается? Проиграем, ребят. А, не, выиграем. Выиграем. Здесь 22 балла. Все, шикарно. Ты понял, что Таскмастер делает, гад? Хорошо, что он скопировал последнюю. 8 баллов, ёпрсты, ребят. 20. Я вернулся на свой ранг, друзья мои. Все. Со спокойной душой пойду я, ребятушки, отдыхать. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.